Все мы знаем фешенебельные сети отелей, расположенные в особняках крупных городов. Но гостиничный бизнес – это индустрия с огромной инфраструктурой, планированием и аналитикой. Хотите узнать подробности? Сейчас расскажем. Дорогие наши абитуриенты, позвольте пригласить вас в индустрию гостеприимства финансового университета. Что мне хотелось бы сказать? Ведь гостеприимство, оно обязывает быть добрым, приветливым, гостеприимным. Именно этому и учим мы своих студентов на программе «Гостиничный бизнес». Быть отельером – это значит создавать систему комфортного отдыха. Это одновременно быть ресторатором, главным инженером, медицинским директором, разбираться в трендах и тонкостях организации масштабных мероприятий, уметь принять самого высокого гостя, будь то бизнес-отель в Москве или шале горнолыжного курорта. Друзья, мир туризма и гостиничного бизнеса – это целая вселенная. Вы можете работать и в гостинице, и дослужиться аж до генерального директора отеля, и даже больше – сети отелей. Вы нарабатываете свой социальный актив, который вам поможет в жизни при любых обстоятельствах. Наши студенты знают финансовые технологии. Они знают, как правильно сформировать гостиничный продукт. Они знают важные точки бюджетирования в гостинице. Они умеют продвигать свой гостиничный продукт. Они работают психологами и умеют работать с жалобами гостей. До того, как гостиница начинает работать, ее сначала нужно построить и сделать правильный экономический анализ. И сейчас у нас удивительная возможность попасть в историю страны и мирового бизнеса гостиничного, потому что новые сети приходят, нужно формировать правильные отели. По всей России строится огромное количество гостиниц, и нам требуются ваши умы и ваши знания для того, чтобы построить лучший отель в мире. Поэтому, друзья, гостиница и гостиничные сети – это огромный мир возможностей. Мы ждем вас для того, чтобы создать правильный концепт и войти в историю гостиничного бизнеса. Дорогие абитуриенты, карьеру в гостиничном бизнесе можно сделать самую разнообразную. Можно работать в сетевых отелях, консалтинговых компаниях, управляющих компаниях. А можно работать в таком прекрасном пятизвездочном бутик-отеле, который мы сегодня с вами увидим. Такой пятизвездочный бутик-отель может быть настоящим центром притяжения не только для гостей отеля, но и для жителей города, а также настоящим шедевром архитектуры, дизайна и даже собранием предметов искусства. Как вы понимаете, управляющий директор такого прекрасного пятизвездочного бутик-отеля должен быть многопрофильным специалистом, прекрасно разбираться в маркетинге, клиентском сервисе, финансовом планировании и бюджетировании. Карьерных возможностей для реализации себя в гостиничном бизнесе огромное количество. Добро пожаловать в гостиничный бизнес! Выбрать профессию отельер – это значит стать визионером гостеприимства. Через внимание к деталям, через любовь к людям – создавать лучший опыт путешествий. Мне было очень интересно узнать про службу приема и размещения, как все внутри устроено, как функционируют другие службы. И также мне было очень интересно углубиться в основы бизнеса, которые я уже буду подробнее разбирать на следующих курсах обучения. В моем понимании отель – это дом для каждого путешественника. И путешествуя по миру, мы становимся друг другу ближе и понятнее.